Сюжет про семью Исаковых по нашему каналу увидела пенсионерка Тамара Кудрина из Майна. Не задумываясь, она решила помочь. За один день пожилая женщина собрала 2000 рублей. Половину суммы перечислила дочь из Иркутска. Мы должны помогать друг другу. Без этого не может существовать земля. Если не будет добрых людей на земле, то и человек сам себе изживет. Тамара Петровна сама женщина, мягко сказать, не богатая. Из доходов только пенсия. Больше половины суммы ежемесячно уходит на лекарства. На еду остаются копейки. А это уже кадры трехнедельной давности. Вот так на всю Хакасию без всякого стеснения жалуется многодетный отец Анатолий Исаков. Его четверым детям буквально нечего есть. Получается, если я заплачу 7 тысяч рублей, значит, я урезаю в чем-то детям. Значит... Не куплю там фрукты. Новоселы-погорельцы обвиняют во всем строителей, которые загнали семью в кабалу. Во время строительства нового дома целая бригада жила здесь же. Чтобы не замерзнуть, использовали мощные обогреватели. Счетчики намотали более 5000 киловатт электричества. Расчетка на 7500 рублей пришла на имя главы многодетного семейства. А подрядчик отдавать деньги за использованную электроэнергию отказался. А для нас эта сумма неподъемная. Потому что у нас четверо детей, трое из них обучаются в школе. Маленький ребенок, и на данный момент ни я, ни муж не можем устроиться на работу, просто нету работы. Из-за долга Исаковы отказались подписывать акт о приемке дома, что повлекло за собой новые проблемы. Без прописки многодетная семья не может получить детское пособие и другие льготы. Несколько месяцев супруги и их дети вынуждены сидеть без копейки денег. Придется самим платить эту сумму. Я уже заезжал, там писал, что это в рассрочку будем переводить. Пока что сразу не будет возможности всю сумму загасить. Тамара Петровна за один час стала для Исаковых настоящим членом семьи. Младший Саша уже называет ее бабушкой. Пенсионерка намерена помогать деньгами многодетной семье и дальше. Исаковы, в свою очередь, пообещали Тамаре Петровне летом ухаживать за ее огородом в Майна. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести Хакасия.